Здравствуйте, меня зовут Павел Сахнюк. Я руководитель новой магистерской программы «Методы бизнес-аналитики для управления мегаполисом». Уже сейчас Москва входит в число мировых лидеров по применению информационных технологий в жизни горожан. Москва уже приняла концепцию «Умный город 2030». Согласно этой концепции, сквозное прозрачное управление мегаполисом на основе больших данных и искусственного интеллекта является основной целью этой программы. Искусственный интеллект становится одной из основных движущих сил цифровой трансформации жизни города. Искусственный интеллект поможет избежать управленческих ошибок и принимать оптимальные решения во всех сферах жизни. Экспертные системы на основе больших данных и искусственного интеллекта уже сейчас широко применяются в муниципальном управлении, на производстве, ЖКХ, для управления транспортом, в медицине и образовании. На нашей программе мы готовим бизнес-аналитиков, способных решать важные проблемы управления мегаполисом, используя современные инструменты визуализации и большие данные, применяя технологии машинного обучения и бизнес-аналитики. Магистерская программа ориентирована на практику, подходит новичкам и не требует обширных познаний в программировании. Вы сможете освоить все основные методы машинного обучения и приложения искусственного интеллекта с нуля до уверенного владения. Преимущество нашей магистратуры. Учебный план отражает опыт реализации подобных программ в таких университетах, как Стэнфорд, Гарвард, открытых образовательных курсов компании Google, Amazon, Kaggle, H2O и другие. Практическая работа проходит в наиболее популярных фреймворках машинного обучения, таких как TensorFlow 2, XGBoost, LightBoost, CatBoost, Scikit-Learn, H2O AI и другие. Вы приобретете практические навыки работы среди лидеров платформ Data Science и Machine Learning, DataBricks, DataIQ, MATLAB, KNIME, RapidMiner и другие. В учебном процессе вы будете работать с лидерами среди платформ Business Intelligence, Power BI, Tableau, ClickSense. Вы также получите практический навык работы с российскими платформами класса Business Process Management, Creation, Yelma и другие. Все эти инструменты и платформы мы даем нашим магистрам в течение 2 лет. Вся наша совместная работа построена как процесс разработки и внедрения в бизнес и управление мегаполисом современной аналитики. Вас ждут интересные задачи и кейсы из жизни мегаполиса. От ритейла и медицины до управления образованием и муниципальным управлением. Вы научитесь работать с большими данными, расширите свои знания в аналитике, перейдете на новый профессиональный уровень. Выпускники магистерской программы могут работать в частных компаниях и в организациях на должностях. Бизнес-аналитик, разработчик BI, в Москве более 500 вакансий, зарплата от 70 до 300 тысяч рублей. Дата-сайентист, дата-аналитик, вакансий в Москве более 600, средняя заработная плата от 90 тысяч до 350. Разработчик Big Data. Более 600 вакансий в Москве, зарплата от 100 до 400 тысяч рублей в месяц. Программа магистратуры позволит вам быть востребованным в городе. Хорошая новость, у нас 15 бюджетных мест. Мы будем рады видеть вас среди наших абитуриентов. Приходите.